Добрый вечер, товарищ. Хотел показать. Вот есть такая, у меня такая штука, смотрите. Вот она вместе сейчас стоит так вертикально. Вот это для того, чтобы сено с рулонами, рулоны, вернее, сеном вывозить с поля. Вот я накатал на поле, они лежат, надо на край поля вывести. Вот такая штука. Значит, он берет 4 рулона, берет. Вот эта штука, значит, вот этот опускается вниз. Накалывается 2 рулона, потом она поднимается кверху, и 2 рулона еще берется снизу. И 4 рулона вот на задней навеске мы везем. Но у меня вот здесь вот оторвался кронштейн в том году. Что-то мне там не так получилось. Но вот я в этом году сейчас взял его, порезал, все там зашлифовал, все поставил, то поусилял всякие тут, не знаю. Очень крепко сделал, все вымерил. Ставлю цилиндр, он не подходит. Вот на 25 миллиметров. Как раз на толщину пальцами. Выходит, как что вот эта часть у меня, вот эта синяя, которая опускается, и она стоит вот так под углом. Короче, вот эти вот штучки, они не параллельны земле. Вот для того, чтобы они были параллельны земле, вот с соседом мы подняли ее, вот так я вот это до конца поднял. Вот теперь дождь не дает работать. Вот. Значит, вот в этом месте я хочу, вот в этом, вот до сюда распилить с двух сторон. Это вверх оставить. Потом вот такой вот кусочек выпилить там и его подогнуть. Вот, и опять заварить. Мне выйдет, что значит, цилиндры будут опускаться, а это будет параллельно эти шилоты будут параллельно земле, но он будет вот здесь вот так не доходить немного, да, где-то. Вот, ну, здесь мы чего-нибудь наварим, какой-нибудь упор. Это у меня упор был до этого. Вернее, я наварил, когда еще думал, что у меня цилиндр будет нормально. Ну и вот, вот я сварил на года 3 назад, пользуюсь. Вроде как очень-очень помогает. Сосед берет, кому надо довести до дома там на шабашке. Доставка на дом рулоновыми. Вот, а так мне такая вот штучка. Вот. Ну, видите, хотел сегодня только вышел. Дождь пошел, опять зашел, опять вылез. Короче, ну нельзя сейчас работать, потому что может ударить током. Техника безопасности. Ну вот, вот такая, может, кому надо будет, кому интересно, вот посмотрите, как она сделана. Вот здесь это низ, он под него берет, под низ можно обмотанные брать. Здесь вот цилиндр стоит, опускает, поднимает. Вот и здесь вот такие вот два рулона с такими шилами беру. Это все сварено из моего любимого материала, с СПЧ рамы, сейлки. Вот. Ну, не знаю, на этом все. Буду ждать, может, завтра чуть-чуть это, дождя не будет, может. Я тут это заварю, вырежу, заварю и уберу. То в поле не могу выехать, не могу по сорнякам отработать. Вот, потому что вот такая вот у нас грязь везде. Вот так везде, что там, что здесь, что в поле, что на дороге. Все, на этом до свидания. Спасибо за внимание.